Сегодня 16 августа 2016 года. Сейчас мы сидим, гуляем тут на площадке. Тут какие-то бедловатые люди. Пошла Лялинская, не поздоровалась. В общем, все как обычно. Все очень вежливые, культурные выросли. Вот, а мы собираемся. Вся квартира у нас завалена вещами. Когда-то мы вон там сидели на лавочке и рассуждали, куда же мы поедем, куда поедем, когда это будет. Ну вот и настал тот день. Настал тот год, когда мы поедем. В далеком 2011 году мы наконец подали документы. И все застопорилось. Одно, другое, пятое, десятое. Вот 2016 год на дворе. Дети стали огромные, уже большие. Много не сможем чаливать. Сейчас пойдем домой, покажу наши суборы. Как у нас там все завалено коробками разношерстными. Я все складываю. Уже ходить негде, уже все ноги ободрала об эти коробки. А потом вот скажу фамилию Бекулов, Миша, чтобы вспомнить потом. С этим Бекуловым договаривались об контейнерной перевозке. Или контейнер, он все-таки даже маленький контейнер, он все равно 30 кубов. А у нас там максимум 10 будет. Как нам говорят, какая разница, за 30 кубов оплатить или за 10 кубов оплатить. Ходят разные люди тут. Маленький ролик 16 августа 2016 года. Еще мы немножко гуляем на своей площадке. Еще все хорошо. Еще мы тут, в Москве.